Привет, друзья! Сегодня очень короткий рецептик, но прикольный. Это обычное печенье чокопай. Дети просят иногда, мы его покупаем. Но тут мы узнали, что из него можно сделать очень мягкое, вкусное пирожное, буквально за пару секунд. Для этого нам нужно поместить его в микроволновку. Кладем в микроволновку. Закрываем. И включаем буквально вот на 5 секундочек. К сожалению, очень затонировано, и здесь не будет видно. И смотрите, что получается. Пирожное чокопай. Оно очень мягкое и нежное. Всем удачи, до следующих рецептов.